I'm Patrick Lancaster, and right now we are in an undisclosed location not far from Donetsk, where we are meeting refugees that are coming from the city of Avdiivka after the massive gains by Russian forces this week taking control of that city. Now, this is a center that has been set up by Russian forces where they're helping the refugees get shelter and food and things, and the Russian emergency services are here, volunteers are here, and they're helping the refugees to come through. Even some are bringing their animals. We see a cat here, and they're helping these elderly people, young people, to leave the serious battle zone of Avdiivka, because even though Russia controls it now, there's still heavy fighting going on. So we're going to talk to the refugees here, find out exactly what the situation is with them in Avdiivka, and bring you all of the information. We're glad you're here with us. Please like, share, and subscribe. Мы помогаем людям, которые приехали к нам из Авдеевки. Ага. Конкретно на этом месте? Мы фиксируем тех людей, которые сюда приехали, потому что, когда разыскивают людей, мы можем предоставить информацию. Ага. Вы как волонтеры или полиция, или что вы? Ну, да. Волонтеры, да? Волонтеры, да. Ага, ага. И что люди могут получить здесь? Ну, во-первых, здесь они могут отдохнуть, здесь мы их кормим, чтобы они, да, предоставляем всю информацию, которая их интересует, мы помогаем в оформлении некоторых документов, вот, и люди, которые их разыскивают, мы помогаем их найти. Ага. Даем информацию. Сколько людей в последнее время было? Плюс-минус? Каждый день? Ну вот сегодня ночью приехало 11, а у нас до этого было 16. Сейчас вот еще 10 приехало, еще ждем людей. Ага. Каждый день. Здесь буквально они находятся 2-3 дня. И дальше мы находим родственников, и эти родственники их принимают, забирают, и следующие приходят партии. Мы разыскиваем людей, знакомых, родственников, чтобы люди... И вы местные? Да, да, мы местные. Ага. Можно вопрос, пару слов? Можно. Можно сказать, вы откуда? С Авдеевки. Да? Да. Как обстановка там? Теперь уже Россия пришла, освободила нас. Да? И да. Как вы чувствуете за это? Ну, чувствую. Хорошо уже, рада я, что я в России, что я дома. Рада? Да. Да? И они... Украина и США сказали, девка, это Украина? Нет, Россия. Почему? А это всегда были русские земли. Да? Весь Донец, Донбасс, это все российские земли. Русскоязычное население. Угу. На 2013 был референдум на Авдиивке? Не понял. В 2014 был ли референдум на Авдиивке? Был. И вы... Скажите, вы ходили на него? Ходила. И как вы голосовали? Я голосовала, чтобы с Россией. И что произошло после этого? А после этого у нас война произошла. Украина. Mm-hmm. Скажите, ну, у вас из-за... Вы на референдуме только голосовали, да? То есть ни организатором, никак такого не было? Нет, приходили добровольно и голосовали. Скажите, у вас, ну, не было проблем с СБУ из-за этого? Не было. Пока не было. А вообще какие настроения в Авдеевке были? В Авдеевке вся была почти за Россию. Вся. 80% было за Россию. А как вообще, ну, украинские войска проявляли себя в Авдеевке все эти годы? Ну, как вам сказать? Стреляли. Обстреливали Авдеевку, разворачивали, ехали с танками, разворачивались и стреляли по Авдеевке.
И сейчас всю Авдеевку это они разбили. А все говорили, что это Россия разбила. Никакая не Россия. Это Украина нас бомбила. Вот недавно 15 человек погибло, бомбанули АТБ. Там лежат 15 человек, мирных людей, ни в чем не повинных людей. И когда это было? Это вот было неделю, может, назад. Угу. Ну и почему вы думали, это в Украине? Да, потому что Украина приходила. Проверяла, сколько в подвалах людей жило, сколько всего. И поэтому там, где много людей, туда и бомбили. Угу. Диверсия такая была у них. Угу. И как вы чувствуете за русский солдат? Они мешают вы или как? Русские солдаты, спасибо. Я могу сказать, они столько вот помогли. Вот простой русский солдат дал денег, вытащил, последние отдал деньги нам. Что-то, чтобы мы себе что-то купили. Последние отдал деньги. И украинский солдат, что бы могу сказать? А в украинских солдатах я ничего хорошего сказать не могу. Почему вы не до эвакуации? А? Почему вы не эвакуировались до начала боевых действий? Потому что мы так и надеялись и думали, что придет Россия, и мы будем в России. Мы до последнего ждали. Нас называли ждунами, что вы русню ждете, вот это вот все. Да, мы ждали. Did you witness any war crimes or torture or anything like this? Мы ждали России. Были ли вы свидетелями произошедших, возможно, каких-либо военных преступлений? Расстреливали. Двоих наших жителей расстреляли. Кто? Ну, кто? Или полиция военная, или военные. Чей? Украина. И почему они сделали это? Откуда я знаю? Я вам скажу, у нас правый сектор орудовал, так они вообще говорили, нам убить ничего не стоит, и списать это все на, как это сказать, и спишем это все на боевые потери. Вот так они нам говорили. Скажите, а по поводу вот расстрела, о котором вы говорили, вы видели это лично? Это наши знакомые, мы их знали хорошо. Ага. Да. Ну, откуда вы знаете, что это именно украинские войска их расстреляли? А потому что там еще России не было. Угу. Они стреляют с Петром. Что-что? Они стреляют, ну, это расстреляли, имеется в виду с оружием, да? Да, с оружием расстреляли, просто они сказали, стойте, они не послушались, их расстреляли. Как экзекьюшн. То есть это был, по сути дела, расстрел мирных жителей? Да. Двое наших погибли. Did you see any foreign soldiers there? Видите иностранцы, солдат там? У нас и поляки были, и с Прибалтики были, и снайперши были, и, по-моему, поляки. И что они сделали? Они, я вам скажу, это еще в 14-15 годах сидели на высотных зданиях, шли мирные люди на работу, и они стреляли по ногам и ранили парня, который шел на завод, на работу. Иностранцы? Да, это снайперы. Иностранцы? Иностранцы. Это не Россия, нет. Тогда России не было. Украинские, это были украинские или иностранцы? Это были наемники или... Ну, говорили, что это поляки. И что вы будете дальше? Что будете делать дальше вы? Что мы будем дальше делать? Да. Все для того, чтобы Россия процветала. Вот что мы будем делать. Жить будем. Да? Прекрасно, хорошо будем жить. Если вы могу поговорить с Зеленским, что вы могу сказать? Кому? Если бы вы могли что-либо передать Зеленскому, что бы вы ему сказали? Пусть приедет, посмотрит, что натворили с городами, сколько людей погибло мирных. Вот это можете передать ему. Пусть лучше сразу вешается. Если могу говорить Путин.
А Путину спасибо, Владимиру Владимировичу спасибо, что начал специальную военную подготовку. Now, what do the people in the West, Europe, United States need to know about the situation? Как вы думаете, что людям на Западе и в США нужно знать вообще о ситуации тут? Чего они не знают? Они, может, и знают, но СМИ мы не верим. Больше мы не верим после того, что мы вот это пережили все. Мы ихним СМИ не верим. А что им знать надо? Они знают это прекрасно. Они спонсируют Украину, они все это, поэтому они все знают. На США, Европа, все СМИ там сказать, это русские оккупации, и это Россия агрессия. Которая... Никакой агрессии, а Россия нас освободила, мы русские. И спасибо России. Никакой оккупации. Эти исторические земли были всегда российскими. Пока в 22-м году Ленин не создал Украины. Но тогда была Украина сильная. В советское время Украина была сильное государство. Все было, урожаи хорошие, люди жили, были уверены в завтрашнем дне. Чего не скажешь при Украине. Настоящее, что было, понимаете? Ну, of course, the battle was very heavy for Avdiivka in both directions. So there was obviously casualties made by both Ukrainian and Russian side. Does Shanet agree? Так, one more please. The battle was very heavy for in Avdiivka. Obviously, there had to have been bombing from both sides, Russia and Ukraine. What can she say about that? Было очень много боев в Девке. Очень сильный, очень страшно. Дома слаживали. Сколько людей лежат под завалами, непохороненные. Сколько людей убитых, сколько всего в Авдеевке. So, конечно, Россия был стреляет, Украина был стреляет. Что вы можете сказать? Но Россия не стреляла по мирным, по домам и все. А стреляла Украина. А потом СМИ сразу же приходила, УкрСМИ. И сразу говорили, что это Россия обстреляла, хотя это не так. Ага. Это не так. Спасибо. Спасибо. Как зовут? Ира. Фамилия лучше, чем я? Просто Ирина. Хорошо. Все, очень приятно. Спасибо большое. Откуда вы? С Авдеевки. Как обстановка там? Ой, стреляют. Да? Когда вы был там? Ой. Сегодня привезли нас. Да. И как был? Как это было? Как вас привезли? Да сегодня. Вы во всех спрашиваете или только у меня? Все. Да, но Россия солдат мешает там или помочь, или как? Не пойму. Скажите, у вас солдаты привезли сюда? Да. Да? То есть у вас солдаты? Да, сегодня. Ага. Русский солдат, да? Скажите, как вы думаете, как ведут себя там российские солдаты на данный момент? То есть, каково их поведение? Я не знаю как. Ну что вам я могу сказать? Ну что, целую ночь не спишь, стреляют. Или русские, или украинские, кто его знает? Ага. И что вы могу сказать за украинский солдат? Я не знаю. Вы рада, или это хорошее, или хуже Россия контролировать Авдеевку? Что? Это хорошо, что Россия взяла Авдеевку? Конечно, это... хорошо, очень, да. Вы откуда? Откуда вы? Я с Авдеевки, с города, с Авдеевки. How long have you been here? Как долго вы там жили? Я где-то около 15 лет, с самого детства живу там. И сегодня только здесь? Когда был? Когда сегодня приехали? Когда сегодня? Приехали? Сюда вот. Тут только что вот сегодня приехал, да. Uh-huh. Вот. Как обстановка там? Там, когда Россия пришла, стало потише гораздо.
Да? Да. Как вы думал заборский солдат? Что вы думаете о российской армии, о российских солдатах? Добрые люди, вот, вежливые, отзывчивые, помогают всегда. У вас солдаты, да, именно в какой роли? Да, солдаты вот сейчас, да. И что вы могу сказать за украинский солдат? Такие они были отстраненные, вот. Там, нас они не трогали, потому что мы были рабочие, получается, нас лично не трогали. Вот, мы коммунальные службы, получается, вот, помогали там. Работали в Авдеевке еще до... Где-то в 22-м году и чуть 23-го года мы работали там. Вот. Это кот или... Кот, да, кот. Барсик. Барсик. Мне легко дается дорога, но... Это же лучше, чем там, в городе. Что твой план дальше? Что планируют? Да, хочу приехать в своей семье, получается. Она в Курской области живет. Вот там отец, мать. Вот хочу к ним... попасть. Почему не Украина? Почему не Украина? Почему я... Почему все-таки не Украина, да? Потому что у меня там нет родственников, получается, никого нету там на Украине. Только в России у меня. Как вы думал, это хорошо в России контролировать Авдеевка или плохо? Пока нормально все, вот, люди вежливые, в принципе, нормально все пока что. И что вы думал за эту войну вообще? Ну, это война, это ужас, конечно, ад. Ну, вот особенно то время, проведенное, эти два года очень жуткие. Did you see any war crimes or anything like that in Avdiivka? Были ли вы свидетелем военных преступлений в Авдеевке? Я как такового нет, но я слышал, как, ну, что артиллерия работала с украинской стороны, вот, вылетала с украинской стороны звук, получается, и падала вот в городе, да. Это я слышал. Так, а так прям чтобы, ну, на глазах что-то там кого-то убивали. Нет. Видит иностранцы солдат там? Я иностранный солдат, получается, ну так, видел это, внешность, ну, не русскую такую, этот, ну, там, были такие, ну, не мусульманские такие, азиатские такие были, да, ребята. И что они сделают? Ничего, просто жили, получается, там в доме, там в одном, вот, на нашей улице. Вот там квартировались. Украинский. За Украину, да? За Украину, да. Ага, на Украине. Ага. И как вы думал, местный, который был жить в Авдеевке, сколько был за Украину и сколько был за Россию? В основном все были за Россию, в принципе, у нас, да. Ага. Но Киев сказать, это все украинские люди жили, а не за Украину. Ну, те, кто были за Украину, они пошли в 22-м году в тероборону, получается, вот. И, ну, они потом, по-моему, тероборона потом ушла оттуда, вот, все, вот. А так, в основном, люди были идеологически душой были за Россию. Большинство, как минимум, 90% как минимум. Понял. Скажите, в 2014-м референдум был в Авдеевке? В Авдеевке, да, был. Участвовали? Нет, мне было 16 лет тогда еще. Паспорт еще не успел получить из-за боевых действий. Одногодка. А может, ну, там ваши родители или... Родители участвовали, да. Мама участвовала и бабушка, по-моему, да. Вот так вас... Можете не отвечать, но... Ну, как голосовали? Как голосовали? Можете не отвечать, если не хотите. Хотели, да, чтобы. Скажите, ну, у них были какие-либо проблемы после этого, там, СБУ, не СБУ? Не было проблем. Что вы думали, будет результат этой войны? Ну, много жертв, в принципе. Война была, в принципе, не знаю, нужна она или нет, жуткая война была. Вот она продолжается, вот, и люди умирают. Плохой результат этой войны, в принципе, было плохо. Кто виноват это все? Виноваты. Я думаю, это все за все, ну, в первую очередь, американцы, наверное, за ниточки, не знаю, так, Украина управляют. Они не хотели, получается, читал новость, что договор подписывать не хотели вот американцы, в принципе. Я думаю, что все-таки Украина и Америка виноваты в этом все. If you could say something to Zelensky, what would you say? Если бы вы что-то могли, не так, если бы у вас была возможность передать что-либо Зеленскому, что бы вы ему сказали? А что мне ему говорить? Я к нему такого ничего не испытываю. Злодей, но я, если не до этого, говорится. Ну, Господь воздаст, что могу еще сказать. Путину. Мужик держится.
страна целая, ну, говорится, под санкциями, под всем не прогнулась, в принципе. Показывает результат хороший, да. Ну, что бы вы ему сказали? Спасибо за осмотрение Авдеевки. Это одеяло. Ну и да, напоследок Байден. Байден? Ну, а что ему сказать? Я видел там, видео, он ничего не понимает, даже если бы что-то сказал. Украина пытается мобилизацию? Украина пыталась вас мобилизовать? Ну, вообще, у меня, получается, как у водоканальщика была бронь, вот, я работал, но ну, люди говорили, да, что выезжают, тебе повестки раздают, вот. Там, и нашему главному инженеру, получается, тоже по повестку отдали, он там с ними боролся, но вроде как, да, вроде его не забрали, там, он в водоканале работает, получается, важный сотрудник. Как зовут? Барстик. Боится. Там, я плачу за них, а я жив остался, потому что вышел оттуда. Там 18 человек лежит, он горит. А что случилось? Ракеты, буха нету в подвале. Ну, в подвале сидели, да? Да. А ну где это было, можете? А где? Ну а конкретно там наш район. Ну, это, там магазин был, АТБ назывался. Ага. Вот у них люди, я был там. Но меня забрали, мужик подъехал, вот, поедем, пенсию получим. И мать свою отвез. Приезжаем, нет ни матери, никого нету там. Две ракеты, буха нету. Все. И лежать до сих пор это было 2 июня. Вот. 2 июня? Это во, 2 месяца. А, 2 февраля? Февраля, да. А, знаете, с какой стороны? Это мне счастье, что я остался. Что... Скажите, оно видно было, с какой стороны ракета прилетела? Ох, я не знаю, что я видел. Мы приехали уже ночью. Угу. А нету того места, где находились люди. И молодые, и старые. Скажите, в Авдеевке одно ТБ было? Почему одно? А потом меня во второй перевезли. Нет, в смысле, чтобы конкретно место знать. Ну, вот там магазин другой был. Я там пробыл 3 дня, женщина там была. Я там пробыл 3 ночи, опять бубух. И опять 2 накрыло. А мы с одной женщиной еле вытащил оттуда. С пулями. Еле все туда, другой порвал. Вот все, больше больше говорит. Потом говорит, что там остались, и еще добили их, и в том подвале. И там лежать все, никто их не достает. Вот говори, как хочешь. Как вы считаете, вот, ну, когда, вот, когда Авдеевка стала под контролем России, ну вот что вы почувствовали? Мы сидели в подвале, что там мы слышали, мы 2 года не вылазили из подвала. Нам что, гулталку привезли, другой раз попитались. Ага. Вот это просто несчастье, сейчас вот поедем, вот мне карточка кончилась, и свою мать туда отвез. И мать погибла, и вот мы с ним остались живые. Приехали, я сейчас совсем уже нема никого. Вот 5 часов это было. 5 часов 2-го? Ну, 2-го их. 2-го февраля, да? Да. Ага. Вот еще. Пришли там гора мусора, больше ничего, люди лежат, говорят. Скажите, а ну, почему вот вы лично не уезжали с Авдеевки? Куда ехать? Куда ехать? Хата была и все поразбивали, а потом хата нету, разбили и до конца, все. Вот и вот приехали сюда. Все, и хату разбили, все разбили. Как вообще российская армия в Авдеевке, как она себя вела? Какая? Ну, российская армия. А, ну что российская армия? Они свои дела делают. Когда это все закончилось, зачистку стали делать. Ага.
это все. Скажите, как? Ну, мы что-то разминировать эти дома, да все. Угу. Не скажите, знаю дальше. Не знаю дальше. Мы бы уехали. Чтобы... Как вы с Америки выбрались вообще? Ну, как машина это назвали, что вам помогает. Машина подъехала, она забрала 7 человек. Ага. А это военные вас забрали? Да, военные. Военные. Ага. Военные. Что говорите? Страх один больше. Скажите, а украинская армия, как она себя вела в Авдеевке? Я с ними не разговаривал. Они мне не надо 100 лет были. Мы сидели в подвале. Что же там творили? Ага. Что они там делали? Стреляли каждый день туда-сюда. Влево-вправо, куда попадет, по всему поселку. Либо разбить скорее поселок, что они делали. Они хорошие не делали. Не только сказали разобьем, но разбили весь поселок. Одному. Хаты поразбивали, все поразбивали. Ну, они угрожали, да, что разобьем поселок? Ну, это давно это же говорится, что смешаем землей. Но не вышло, вот это помогло, что выгнули их вот так. Ну, хорошего, то нет, все равно все разбито. Это варвары, а не люди. Были люди когда-то. И служили вместе, все служили. Как отделились это, и пошло-поехало. С 2014 года. А что? Что говорить дальше? Людей нет, домов нет. Скажите, он был на... Когда происходили вот события еще 2014 года, когда вот референдум был и все остальное, как это вообще да, происходило? Да, все туда, туда-сюда. Стреляли, но войны не было. Но людей все равно, люди гибли. А скажите, как ваше вот именно относительно референдума? То есть, ну, он был, происходил в Авдеевке вообще? А я не знаю. То есть, ну, вы не ходили, да? Не я не ходил никуда. Я на эти предприятия не ходил никуда. У меня своя работа была, свои задания были. Я уже кого работу ремонтировал, людям дома, да и все. А что не там, я на это не ходил. Референдумами этими не занимался. Что бы вы хотели сказать Зеленскому? Я бы его повесил с яйца, его что я сказал посреди улицы Зеленскому. Так мне не один я говорю, а все говорят. Это клоун, он же не руководит, Америка все руководит. Что он руководит, что ли? Ему что скажет, он и делает. Да и Европа также. Все это кудло собралось, а вот и все. Хотела Россию. Немец не победил, и этот не победит никогда. Вот что. Если бы вы имели возможность что-нибудь Путину сказать, что бы вы ему передали? Путину. Пусть скорее выгоняет, убивает этих уродов всех подряд. Ни за что люди погибают. Путин еще в Донецке, сколько мин летят. Он по радио послухает, сколько себе тут погибает, а там погибает. И замораживается. Невинные люди. Они делают специальное, чтобы народ бунтовал. Но русская его она не сломает все равно. Если бы могли обратиться к Байдену, что бы сказали? Байден, стой. Оно мне надо, чтобы я тоже так бы. Это клоун, второй клоун, два клоуна собрались. Америка никогда не воевала на своей земле. Если бы она попробовала хоть бы раз, тогда бы она знала хоть спину мать, как он говорил, Хрущев. Вот так. Она не воевала и не знает. А если бы ее так побить раз, как вот ту войну немец, как бы он построился туда. И сейчас только поразбивали. Вот что. Это клоуны. Вот что. Клоуны, да больше ничего, что им скажут. Скажите, вот дальше
куда ехать собираетесь, где будете, какие вообще планы? Как? Ну, собрался в баню, сказали, 3 часа, а я уже 2 года не мылся. А в целом, на будущее? А на будущее я не знаю, куда поеду. Тут оставим, мы тут хотели, а я куда поеду, я никуда далеко не уеду отсюда. А в России или в Украине? Не, здесь. Никуда я не собираюсь. Я... Мне некуда, едет у женщины одна тут со мной. Мы там сидели в подвале, я ее вытащил из подвала, вот, когда разбили. А те остались, так там остались. Вот, после говорили, что они хотели с другой стороны расчистить и бабушек где-то так вытащить, а там могут, наверное, упасть. Точно не знаю. Но она говорила, что вот и тех положили, там сколько было человек. Ну, а мы с ней в таком месте вылезли. Я ее за руки вытащил. А тут стреляют то туда-сюда, под подвешек дымы. Скорее до ее дома, а потом другой погреб, в подвал. Вот и все. А в целом собираетесь как? Остаться в Донбассе, может в Россию уехать, там, может в Украину вернетесь? Куда мы не знаем, я не знаю. Как она решит, женщина, так и станет. Не, Не, некуда ехать, где куда просить. Как вы сами того бы хотели? Я хочу здесь остаться, вот, чтобы дожить, ну, хоть сколько, год-два, чтобы посмотреть, что тут будет, как там с нашими домами, что будет. Ну, все, чтобы, если глядишь, там страшный суд. Тебе вытащат этих людей, я туда, ну, тебе вытащат, похоронят меня. Горело все на свете. Скажите, как вот вы вот именно думаете, вам рады ли вы вообще приходу России? Как что? Ну, конечно, так нельзя жить. Если мы зашли, там будут подняли тогда. В Одессе спалили людей живьем. Это ж не люди. И на них будут такие бандиты, есть бандиты. Все. Украинская, да? И говорят, да. Живьем спалили тогда, беременным изнасиловали. Это что, люди? Их нету, и людей еще были. Вот так. Горбачёва и этих всегда было вешать, кто родину продали. Ну все, спасибо большое. Скажите, как вас зовут? Толя. А? Толя, Анатолий. Анатолий, хорошо. Осторожно. Ага. Это где я не спал, да? Ага. Да. Она да. Я сама чудом осталась из-под завалов. Да-да. Сыночка, ну, в общем, вот это ж мы жили неделю целую в подвале. Подвал не отапливается, все переболели. Все, ну, короче, вот так. Нет, он не хочет эвакуироваться. Он говорит, я буду восстанавливать город, помогать. Так что такие дела. Ну ладно, сыночка, да. Я сама чудом осталась жива. Сложили дом там, где я жила, на Титанике. Еле выскочила. Еле-еле выскочила. Чудом жива осталась. Ну ладно, сынок, давай. Все, спасибо. Хорошо, будет возможность, выйду на связь. Конечно, спасибо. Все, давай, люблю тебя очень. Давай, с Богом. Всем привет передавай. Спасибо вам большое. Выручили меня, хоть сын узнал, что жива-здорова. Где он? А? Где сын? Сын в России. А-а-а. Он гражданин России. Да. Он ждем вы, да? Вы будете приехать он? Да. Все хорошо? У него все хорошо.
И вы? А у меня хорошо, когда у него хорошо. И мне хорошо. Все будет хорошо. Спасибо. Спасибо. Извините, может, что-то не так, может, что-то не то сказала. Прошу прощения. Но я человек такой, прямой. Только правда надо. Только прямой, да. Чистый правда. Да, да. Все. Спасибо, что вы освещаете правду. Спасибо. Алло, привет вам, это я, Женя. Все нормально, я выехал, да, все хорошо. Вот. Да, я сейчас, получается... Ну да, я пока что в пункте размещения временном, и потом я... Да, с документами, ну, помог с документами, я думаю, да, вот. И смотри, если что, да, если что, получается, я там у коллег, получается, из работы там... Побуду у них там родственники, получается. Они выехали еще вчера. Я у них тогда побуду, их родственников, и ну, выеду, когда будут документы к тебе. Или ты приедешь там. Хорошо, да. Да, все хорошо, спасибо. Все нормально, я здоров. Я тоже, да. Денежки, не надо пока ничего. Все будет, все нормально. Вот, рад тебя был услышать, мам. Я рад тебя услышать, мам, говорю. С Башком все хорошо, говорю, рад тебя услышать, мам. Да. Я понял. Ладно, мой, давайте потом я тебе позвоню. Спасибо, что хоть ну, что услышал тебя все. Нет, мам, сюда звонить нельзя, да. Я потом тебе позвоню с другого. Все, пока. Хорошо, да. Я понял, да. Давай, пока. Я тоже рад. Все счастливо, пока. Спасибо, ребята. Это мама, да? Мама, да. Все хорошо? Да, рада меня слышать, я тоже рад, в принципе. Она уже и давно эвакуация, да? Или? Она и в 21-м году еще к отцу уехала. Вот, на конец, да? В Россию, Курскую область, туда. Вот. Понял. И она ждет вы, да? She waits for you, yeah? Мама ждет вас? Конечно, ждет, да. Удачи. Спасибо вам тоже. You've talked to the residents of Avdiivka as they have evacuated. Here, this actually looks like a pretty well-kept place for these refugees to sleep, extra beds. We've talked to as many as we can here, and we're just showing the real facts on the ground from the people that have lived this battle. Soon we're going to ourselves be in the city of Avdiivka to show you what the real situation is there. But thanks for being with us, and please, as always, watch as much information as possible from as many different sides. Don't just be led by the mainstream media like sheep. Think for yourselves. Please like, share, subscribe, and remember, we're totally independent crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Don't go anywhere yet. I want to give you a little insight into what Avdiivka frontline civilians think, but on the Donetsk side as well. This report I filmed just before the taking of Avdiivka, so it'll give you a little bit of a counter balance of someone who's been living on the front line for 10 years, but on the Russian side, but still a local. A lot of good information here. Please hit that subscribe button. Like, share, and subscribe. I'm Patrick Lancaster. Right now, we have moved on to the street of Zlotny, which is right next to the Donetsk airport. We're just on the other side of the streets, a block or two from the Donetsk airport, which has been a hotbed of fighting over the last 10 years, this entire war. And literally every home on this street, we can see right here, this home.
and we hear the fighting raging. We can see this home that was damaged by shelling, and we're here at on this totally destroyed street to talk to one of the last remaining residents that still is here every day taking care of his pigeons. He's a frontline pigeon man here of the Ukraine war zone here in Donetsk, just as close you can get in the civilian area to the front line. So we're going to talk to him. We've talked to him in the past. We're going to see what he has to say about the real situation here on the ground in Donetsk on the front line. Please like, share, and subscribe. Nikolai! Nikolai. Дима. Как ваши дела? А потихоньку. Да. Лазаю тут, он газ перебило, заделал, окно подбило тоже, там окно выбило. Пролетают постоянно. Беспилотники мотаются. Пока живем, а? Голубей своих. Да там осталась ерунда, их перебила, ты что? Есть голуби, ну мало сейчас. Ребята должны привезти были сегодня, не знаю, привезут или нет. Беспилотника, вон там, вон. Соседу обратно попало вчера, забор снесло там. Кидают. Это когда? А? Когда это? Да летом. Да, нет, осенью. Да, осенью. Ты горело. Приезжал. Угу. Ты сейчас воды привез, да, фляга тушить, да. А он как начал гореть. Угу, угу, угу. Мало осталось, 19 штук осталось. Угу. Я не знаю, тут сюда беспилотник скинул мне, голубей побил. Да? Вот сюда прям вот. Ага. Это я делал, ремонтировал. Сейчас убрал, готовлюсь к весне, короче. Мало голубей осталось, ну ничего, разведем. Сколько был? Сколько было у вас голубей, сколько осталось? Было 240 было. И сейчас? Сейчас 19. Ага. Где другой? Вон тут голубятник был, вольер был, тут красота была у меня. Перебило все, дверей нету, голубей перебило. Летают. Как так получилось, что у вас стало мало голубей? Расскажите вообще, где вы живете? Я здесь, но сейчас не живу. А что это за место, расскажите просто? Это возле аэропорта, улица Взлетная. Самая крайняя точка моя. Я живу, и тут лупят каждый день. Дальше уже людей нет. А? Еще уже... там дальше есть, живут. А, ближе одна... в ту сторону. Так, а вот тут нету никого. Я тут каждый день, то... а сейчас не хожу, ухожу вечером. Связи нету, телевизор не идет, один. Ну, представляете, одному сидеть в доме тут. Свет перебивает все время. Без света. Как далеко от вашего дома находится аэропорт? Я давал свет от себя в 16 году. 400 метров кабеля туда. Ну, пацаны сидели без света, ну как? Угу, угу. Этим козлам сказал, кто будет платить. Мы платить не будем. Я говорю, заплачу. Последний день я дам, чтобы у людей был, у пацанов был свет, понимаешь? Только звонят мне. Свет есть или нету, перебило. Уже делают, знаешь. Мотаются. Тут было такое, это, как сказать, не в сказке сказать, не пером описать. А скажите вообще, вы здесь сколько времени уже живете на протяжении всей войны нашей? С самого начала. Вот Абхаз стоял тут, я им вон бойницы ставил на заборе, там козлы ставил, лестницы, когда в 14 году. Я тут каждый день. Когда начали вот сейчас штурмовать Авдеевку, стало громче у вас? Да, громче. Ну, в основном сейчас бьют, по городу бьют. Сюда какой-то там
обколется на поселок одну, вторую кинет. Ну, разбило все. От фонаря бьют просто. Если у меня говорят, не ходи сюда, я говорю, нет, мой дом, я сам лично в шахте работал, дом построил. Тут болото было. Прикинь, совок был тут. Я дом построил, как я уйду отсюда? Крышу обратно подбило там все. Меня ж танк в крышу лупанул. Разбил все, и потолки, и все. Ну, восстанавливаешь, что можно. Ну, сейчас нельзя залазить на крышу, обратно подбило. Беспилотники летают. Охотятся. Даже за мирными людьми. Да. Я знаю моего товарища, голубятник, внук, и шел. Подлетел и кинул возле него. Как вы думал, почему украинские сделали беспилотник и бомбы на мирные люди? Я не понял. Почему на мирные? По мирным зачем? А ничего не сделать не могут. Фашисты есть фашисты. Понимаешь? Ты, может, знаешь, это... Она сейчас тоже воюет. Мамаева. Наташа, с Первомайки. Мать ее выступала по телевизору. Ко мне они приезжают, но мы дружим. Как их пытали там? Девки в наручниках висят. Сняли, повели... ну, ты знаешь, что повели их делать. Но она же в возрасте, правильно? Она по телевизору выступала, Мамаева. Издевались. Я говорю, меня в первую очередь освободить, я с тобой поеду, будем их разрывать, их козлов там. И свои ж поздавали все. Детей нарожали от фашистов там. Уже дети в школу пошли, с 14 года. Потекали. Началось все в 14 году. И понеслось. Они в аэропорт зашли. Тут мин ко мне, он 14 штук пролетело. Все побило. Голубятник, все, гараж, машину. Все перебило. Но я не уходил. Ну, когда были ребята, меня гнали просто, ну, чтоб не... Меня вон зубы поубивало, контузило тоже, накрыло тут. Но я все равно пробирался, голуби были, голубей же было. Пробирался кормить, он курочек держу, ну что. Заниматься надо. Огород сажаю, семье помогаю, помидоры, все, ну... Делаю. Я не могу сидеть, как в квартирах сидят. Я просто не представляю. Я привык, я шахтер сам, пенсионер. Привык работать. Заборы делаю. Там перебито заборы. Все, вот. Все надо делать. Деревья надо выпиливать. Все. Ну, у меня точка, самый ближний дом мой к аэропорту. Я свет давал 400 метров тянули кабель, когда света не было. Дальше домов нету. И общаться фактически не с кем. Все ж дома тут, там дом восстановили, живут одни. И там дальше Наташка жила, с сыном жила. Один воевал, а с младшим жила. А в автобусе сгорели. Где? Крайняя Наташка. Нет, сгорели в автобусе где? Возле этого самого, универсама. Помнишь, когда? А, да, да. Да, она с сыном сгорели. А старший уже пришел, на остановку раньше встал, живой остался. А так тут никого нету. Весной там один-два человека могут прийти огороды посадить просто. Ну, тоже за дома свои переживают. Ну, все разбито, все разбито. При Захарченко, да, меня при Захарченко и помогли, и газ провели, и воду, столбы поставили. Тут не было ничего, столбы, все. Ну, представляете, они били, ну, в аэропорту, только свистит. 3,5 месяца у брата жил, в подвале мы жили, 6 человек, чуть дальше, возле церкви жили. Только выход уже знаем, что летит. Подвал все. Ну, я уже не стал прятаться. Я уже тут не залазил. Бьют, не залазит даже. Уже
привык. Это племянник погиб тоже сколько? 3,5 месяца под Авдеевкой. Ну, в Ростове, ну, по ДМК определили, похоронили. Вот 19 января было год ему. Ребят много пошли воевать, а есть твари, поуезжали, потекали, кто в Польшу, кто куда. Понимаешь? И я там уже, мне дошло, там звонят, меня нету, как у меня тут ничего нету. А говорят, пока тут не восстановится, мы не приедем. И их нужно призвать сюда, не в армию, а восстанавливать дома этих всех таких людей. Я считаю так. Много еще шакалов таких. Я из автобуса выкидывал даже. Ехал, пруд, понимаешь? Ну. Можно вопрос. За что это все? Война, за что? Ну, как вы думаете? Мой дед погиб, дядька погиб, воевали все. Родственники, вот с Винницы дед мой погиб. Там фашисты сейчас, нас не признают. Я фотографию просил, Саня знает, моя жена ходит с внучкой. Ну, это самое, как, ну... На посмертный полк. Да, ходят. Так я просил, 2 года вышлите мне деда фотографию. Ну, раньше не думали об этом. Живем, как и все положено, правильно? Никого не трогаем, не обижаем. В гости ездим. Теперь они там фашисты все. Ну где именно? Вот Винницкая область взять. Украина, да? Да Украина, конечно. Угу. Тут если кто мне скажет, сразу дыню получит. Можно сказать, какой страна Донецк? Какой страна? Страна Россия. Угу. Но Украин сказал, Россия как оккупант здесь. Что вы могу сказать за это? Если бы Россия не зашла, нас бы повырезали всех бы тут. Они там творили чудеса. На Водина хотя бы взять. Еще в 16-м году пришел, я парня знаю, пришел его дом на Водина. Заходит во двор, дети ходят, и там еще одна ходит. Ты чего пришел сюда? Это мой дом. Иди звицеля, как говорится. Мой муж офицер, мой дом теперь. Прикидываешь? Только туда зашли. А если бы сюда зашли они бы? Что с нами были? Россия есть Россия. Я лично, когда были эти самые, я голосовал не за отделение, я за Россию. У меня флаг красный есть, но мне сказали пацаны, не вешай. Я хотел повесить, ты что, говорит, тебе беспилотники кидают, флаг увиден. Я Путина поддерживаю, молодец. Таких Януковича, я снимали, проезжали, я говорю, поставить и на площади повесить предателя. Тварь сбежал, как в аэропорт, мы с ним в аэропорту работали, как он текал отсюда. Эта охрана хорошо с пистолета, не дали, начали стрелять. Сбежал, тварь конченая, бросил нас. А сыновья что травили? Ну вы не знаете. Я просто знаю. Это все, что они творили тут. Бароны ходили, герои, издевались тут. Януковича в первую очередь сюда. И вместе с Зеленским повесит вот тварь предатель. Вот Гиви был. Вот человек. Он лесу привез. У меня дом разбил, а лес куча лежит. Моторола был. Помогали людям здесь все. Царство Небесное. Ну, вчера помянули его, ну, вчера погиб. Там бабушки жили, ну, Саша знает, бабушки последние деньги давал, на хлеб давал. Ну, у нас же не было ничего. Угу. Пацаны ко мне, я там же помогал им там, и печки ставил, ну, в аэропорту, на машине пытался. Угу. То лука, то картошки дадут, то макаронов. Выживали, выжили. И только за Россию. И Януковича надо сюда привезти и повесить его, твари, голубять. Еще голубятник конченый. Янукович был, да? Да.
голову загонит и ездит по всему поселкам, его голуба ищет, шестерки его. Должны привезти, да, говорю? Переживем и это. Главное, Авдеевку лупануть. Ну, там хорошо ребята пошли. Вроде бы. Для голубей мало, это ж непривычно. Ну, закрыл их сейчас пока. Они улетели или что? Сюда лупанул же, прилетел беспилотник во двор. Они все лазили тут, побило. И сокола. Птиц нету, только сокола летает. Ни синичек, ни воробьев, никого нету. Вороны одни летают, и все. А, вот это новое уже, да? Да, и там же меня окна повыбивало. Там. Сколько раз твоего дома прилет был? 14-15 было 14 прилетов. Там же все, деревья, вон, иди, ну, посмотри, там же сад у меня, там все повыносило. Сад, огород был, деревья были, все перебило. Сейчас обратно, вон обратно прилетело. Вот. Яблони снесло. Надо выпиливать все. Ну, все, короче, тут заборы, там. Ну, принцип дома целый, да? Нет, надо делать. Mm-hmm. Потолки делать надо, полы делать надо, uh-huh. обои клеить надо, все надо. А это под обстрел, да? Это... Не понял. Это от обстрел, да? Да, а чего ж еще? А дом был утепленный. Утепленный был, все сделал. Двор выложил. Во двор два пролетело. Канал тоже пролетело. Чудом остался живой тоже. Ага. Да. На твое лицо сколько дома не под обстрел? Не разрушено под обстрел? Все разрушены, восстановили там 67-й дом, восстановили тоже. Ага. Потом у Наташки этой, что погибла, она и сын погиб. Ага. Обратно побила там. И угловой тоже. Побито, но они фашисты, я их не признаю. И это улица, это мирный, да? Зелёный, нету никого. Да, только, да, нет. Это гражданский был, мирный, да? Да. Войны не был? Не. Ага. Только войны на аэропорт был, да? Да, ну вот он там, его видно там. Да. Угу. Винограда ж было, все ж у меня, 40 кустов винограда было, перебило все. Деревья поперебило, вон обратно пролетело, вверху взрывается, угу, осколки угу. там. Чеснок там посадил, лук перебило, ямы одни остались. Да все выпиливать надо, пилить, ну ничего, справимся. Угу. Главное не унывать и верить самое главное, что будет все хорошо. Есть паникеры, я как услышу этих паникеров, у меня аж так и косом дыню дать. И как твое мнение, когда война закончится? Война? Хотя бы в этом году закончилось. Отогнали бы их дальше туда. Чтоб можно было все восстанавливать. Заниматься домами, всеми. Хотя бы отогнали туда, за Курахово их. Да? Тогда может быть тише тут. А так, ну что тут? Это сейчас нету. Только выйдешь в огород. Летит беспилотник. Бьют по гражданским. Угу. По машинам бьют, вот это все. Автобусы. Вы же в курсе там автобусы? Это украинский, да? Ну а кто ж еще? Ну интересный вопрос задаешь. Кто еще может бить? Наши, что ли? Не, он теплицу хотел поставить. Куда ставить, когда осколки летят тут? По аэропорту бьют. Она ж летит осколки. 300-400 метров, если 155-й. Только свистит.
Ну, переживем мы это. Сколько лет вы? А? Сколько лет вы? Мы 57. Да? 67. А, 67. Угу. Меня ж не взяли, когда меня в шахте травмированы, я хотел идти боевать. А куда? Позвоночники травмированы, куда идти? Говорит, сиди, батя, дома. Знаешь, пацаны. Ну, я оптимист. Я не унываю. И ребят, я знаю многих тут, ну, кто и наши тут воюют, и погибло много наших, тут много погибло. Я хоронил и под Моспина хоронил. Ребят, ездил. Ну, ничего. Что ж, кому-то ж надо защищать, воевать. Можно мы верить на твое лицо, как дома и все пошли, это? Пошли, пошли, аккуратнее. Это ж... Ты еще был, наверное, штук 100 было у меня там. И голубей. А сейчас... Ну, разведу обратно. Летом придете, будет много у меня. Угу. Я голубятник люблю, чтобы там голуби летали. Они сидели. Ну, а сейчас что делать? Кольца. А зачем они нужны? Ну, чтоб знать, чтоб не закровить. Это что значит? Это паровать нужно разной масти паровать нужно. Mm. А то закроешь, ну как у людей, нельзя ж одинаковых родственников, так и тут надо. Чтоб не закровить самое главное. Породистые все, да? Да. Какие у вас вообще породы? У меня николаевские, и завел вертунов. Завел, потому что вертуны уходят от этих самых, от соколов уходят, а все равно бьют их. Соколов полно. Так. Так мы и живем тут. Беспилотник прилетел. Вот сюда тоже. Да? Да. Вот он. Где? Тут? Да, вот, вот здесь вот. Ну, сейчас снег он. Ага. Беспилотник, да? Да. Он забор подбилось. Вынесло все. Потом дом пролетел. А вчера пролетело. И отсюда снаряд пролетел. Это снаряд? Нет, вот снаряд пролетел. Не видно, она туда. Ну, пошли, я могу завести вас сюда, чтобы сняли. Ну, может, тут нормально. Да, нормально. Да, вот да, да, все нормально. Нет, он с забора пролетел вот туда. Это вчера пролетел ночью. А, вчера? Да. Ага. Может, я могу завести вас. Ну, ну, довери. Все нормально. А не надо, не надо, зачем? Да, он прилетел, забор снесло, все. So это дом догорел у сын, да? Да, беспилотник. Ага. Ага. И это дом? Да все тут разбитые. И хозяин не выдержал, сердце не выдержало, умер. Ага. Ага. И вот прилетел. Тоже прилетело вон. Прям видно его. Вон. Видите, прилетел куда? Ага. Здесь... Это когда был? Это, наверное, с месяц было. Месяц назад, да? И это ж разрушило все, разбило. А там улицы нету больше. Не, ну в плане на взлет, ну то что же взлетное, да, по-моему? Нет, это все, это что-то. Нет, улица. Я имею в виду на ту, где троллейбусы раньше ходили. Ну это же она есть улица, там же нету домов. Ну я понял, туда вообще выйти сейчас безопасно подсесть. А там могут подъехать. А, понял. Ко мне это со звезды проезжали. Они с тобой проезжали? Да.
Звезда проезжала ко мне тоже. Нет. И снимать пошли. Сразу подскочили, но нельзя. Я говорю, ко мне приехали, я говорю, помогать мне приедать. Ну, он приходит тоже. Добрый день, мужики. Здравствуйте. Как обычно, затоптали весь снег. А вы откуда? Ага. А дальше будете там снимать по улице? Не знаю, нужно. Да, принцип это целые улицы, как это, каждый дом, да? Все, да нету ничего там. Ну что нету? Вот где собака, еще человек живет один. Один живет. Чуть-чуть или... Ну не в своем доме живет. Нет, не в своем. Серега живет. Долины живут. Долины живут дальше. И Клименко. Клименко и... А, Андрюха живет. Мало, да? Мало. Мало. Все. И но тоже, живут... Если так считать, просто говорю, считать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек на всей улице живет. И до войны сколько был? А так вообще было, ну... 150 семей здесь жило. 150 семей? Да. Семья. Ого, это много. Это дома все были, все люди жили. Ага. А сейчас 7 человек только живет. Ну, 7 семей живет. А. Что там? Это аэропорт уже. Это аэропорт, да? Это гостиница. И метро было. А потом гостиница, аэропорт чуть в сторону. Сколько метров отсюда до аэропорта? Аэропорт. Ну я говорил, свет давал я. 400 метров провода тянули от меня. И себя подключал и погнал туда. Тянули. Говорю, только звонят. Свет есть, я говорю, есть. У них нету. Они сразу, ну, прилеты, один за прилетом. Сразу, ну, делают. Это был солдат, да? Да, наши, да. Ага. Ну а кто там будет стоять? Что это они? Это зубы противотанковые. Ага. Ну, думали, они пойдут на прорыв, это понавозили тут. Это кладбище, да? Кладбище дальше туда. Ага. Дальше кладбище туда. Ага, понял. Монастырь, там вот церковь, то дальше чуть-чуть. В той стороне. So, спасибо большое. Давайте, счастливо. Счастливо. All right, so we're bringing you everything the civilians have to say here on the ground that live this tragedy for the last 10 years. These people live under the bombs every day. You see what they have to say. It's not my words, it's the civilians' words. So please like, share, and subscribe. Remember, you can support our work with the link on the screen or in the description. Thank you. Выпускать нельзя, потому что хищники выпускать сидят. Приедете летом. А полочек не покажете своих? То, что у вас вообще хозяйство такое. Ручные у меня, привыкли уже, знаешь. Вот привыкают. Что коты у меня привыкают. Шагу не сделает без меня. А погладьте еще. Иди сюда.